Так, ну что, куда мы едем, Андрюш? На море. А что там будешь делать? Играть и гулять. Отдыхать будешь? А ты куда едешь? В другой город. В другой город? А я, как обычно, тоже в другой город. Да? В другой город. Ух ты. Бабушка с нами едет. Вот, все мы готовы. Сумки, баулы. Маски точно в 16. Смотри, количество этого. We'll close in 5 minutes. The train is now on track 2. Carriage numbering starts at the head of the train. Passengers, please take your seats and check your travel tickets. Где наш поезд, дети? И так он не близко. Не знаю. Мы сейчас уже позамерзли все, а его нету поезда. У нас 34-й. А раз сказали 20, значит все полчаса, значит. Пойдем чуть тепло назад. Это же Россия. Поезд наш стоит. Вагоны еще не прицепили. А вагон наш не прицепили. Это еще минут 20. Пойдемте в тепло назад, что стоять, честно, вы сейчас... Да это сейчас ходить туда сюда, Андрей, да. Ну, идите, замерз. Мы сейчас 10 минут туда дойдем, 10 минут. Ну, хотя бы обратно. Переход. Идите с детьми внутрь, а мы здесь постоим туда. Алис, ты что, вообще не... Да она не увидела пакет. Она пакеты не увидела. Холодные? Андрей, дай шапку. Ребята, всем привет! Мы только что сели в вагон. Очень было трудно залезть, потому что просто все входили. Совсем холодно было. Да, очень холодно на улице, просто пара сорта. Мы замерзли. Юль, тебе холодно? Андрюш, у нас тут мы говорим, что ему холодно. Мы говорим, что холодно, нельзя снимать теплую кофту. А он решил снять. Видите, что это кофта? Да, Андрюль? Нравится? Вот так вот. Мы едим M&M's. Ну, то есть шоколад. Шоколад меня постоянно согревает, поэтому я взяла с собой M&M's. И всем мы сейчас... Сейчас, подожди. Ли, Ли, на втором Волгограде выходим? Ну вот мы, включи фонарик. Глаза отнесите, что будут все сидеть. Мама уже тут все приготовила. Я переодеться хочу. Папа сейчас тут ничего не собирается готовить. Ну, няня там. Мам, пока одеяло не надо. Нет. Андрюш, как тебе в поезде? Нравится, Андрюш? Ты уже катался на поезде? Помоги мне, возьми два угла. Сейчас. Нет. Так, ну давайте, товарищи, за. Сейчас этот лысый придет. Андрюша, вышла оттуда, там взрослые. Можно я сяду? Иди туда, Кубань. Тань, тебе тоже кафе. Тань, идите туда, за ними смотри. Сейчас Сашка придет. Мне попить кофе. Попей. Что? Нет, я не брала. Мне ничего. Андрей, такая прям вон. Да я сам даже не знаю. Кать, дай мне ударилась. Ладно, картошку, курицу. Каталин. А Наташка нажралась. Зовут какого-то мужика привела. Ложите. За удачу поездку. Она привела, это не Сашка привела. Только вилка. Ничего за трубу. Мне вилку не сжимай, руками пойду.
чуть-чуть. Не, мне соком. Суглески, наверное. Мне чуть-чуть на лето. Могу. Мне же не знала, что он на меня глаз положил. Он говорит, зажигается. Я ей говорю, намек, выбрал ее в конкурсе. Намек. Зажгу сегодня с ней. Я говорю, а как ты собиралась с ней зажигать? Я говорю, это Ренат. Он говорит, а я вообще не думаю. Я говорю, понятно. Что тебе еще? Ну, судя по бане, он точно не будет. Я нажал. Это значит, что с трусов будет сидеть. Тише, тише. Слышь, какие зеленые. Ребят, мы уже постелили такое постельное белье, как там называется. Мы тут наушники, карты и чипсы. И смотрите, в новых поездах придумали вот такие вот штуки. То есть шнуры от зарядок, вот обычно такие шнуры, можно брать и вставлять сюда. И это правда работает, это очень круто вообще. Я теперь сейчас сижу, смотрю сериал и заряжаю свой телефон. Классно. Выключайся! Не выключается! На обед. После обеда сразу в бар. Пить пиво. Ой, я не буду пить. Я лучше возьму с собой. Мне пиво там такой же вот от него. А, давайте, Наташа наливает. Ой, мы Наташа. Ездим-то. Давайте тост расскажем. Давай, расскажи. Наташа говорит тост. Наташа? Ну ты же не говорила им что-то. Так сделано. А, чтобы Наташа говорила, себя увидела, да? Лень, не надо так делать. Нет, теперь уже вижу. Давай, Наталья, говори. Что говорить? Тост. Хороший отдых. Да. А то сидим. А что такое ходит? Губит. А тут да. Нормально. Кстати, из сиськи выросли, смотри, да, даже немножко. Да, все, я задрал. Хочешь? Это жирок. Потрогать? Давай. Нет, не потрогать. А что делать мне? А покажешь? Покажешь. Покажу. Горячо. Покажу. Покажешь, покажу. Нельзя. Сколько времени уже? Восьмой час. Возьми телефон. Вот это заряжал мой телефон. Скажи, Влага, я спад. Что начал отбиваться, не перевел. Так, у Саши дама. Андрей. Ну что, ходи, давай, что? Все, я отбила. Ок. Чего? Кого отбил? Подожди. Че, Сашки, ты ходи, блин. Отбил. Водички, мам. Нет, ты что, вы тормозите? Я говорю. Тормозите. Водички. Мам. Вообще, чтобы они отсюда не уходили. Ладно. Ходите, пожалуйста. Сейчас, подожди, я доиграю. Давай, ходи. Одну, мне одну. Пойми, что уже идти. Ходи, брат. Вернется. Сколько тебе карт? Три. Вот они сначала. Гавка. Мама. Потом отпустили. Я тебя люблю. Три раза не понимаю. Что полуторалетнему ребенку. Мам, что ты там? Ходи, Лена. Вам плед дайте, пожалуйста. Так, приехали в Котельниково. Сейчас вы едете. Так. Давай, ну, мне выбирали. Он разбирается. Давайте 2 за 100. Да вы что, молодой человек, это чисто билет. По 100 рублей. Какая по 100 рублей? Большая маленькая. Это почем? 100. А вот эта маленькая пополам? Половинка 100, да? Да. Это чисто билет. Ай, не сейчас это быстрее. Вот эти такое 100 стоит. Тебе да. Вяленое. Пакет открывай. Сейчас, подожди, я стою. Ай, блин, почем? Эти по 100. По 100 рублей. И половинка по 100, и большое. Это мясо чисто одно. Пиво почем? Полтора? По 100 рублей. Не надо? 50 рублей есть сдачи, нет? Дядя, что, голова будет? Давай вот эти. 50 давай, быстрее. Уберите кадру, пожалуйста. Давай. Почем это? По 100. А что, белая муха? Давай, 3 за 200. Да, конечно. Не хочешь? По 100 рублей. Вань, а что там у тебя осталось? По 100. Вот большие леты по 100 рублей. Чисто лето. А это вот сюда? Вот такие, не надо, мужчина? На. Одну кружку. Вот это, вот ту. А раскладушка почем? 150. Вот ту, да. Застольник нет? Да не, ну куда. Спасибо. Смотри. Себе. Хватит, нет? Хватит, не все? Вот тут тоже человека пропустите. Берите быстрее, вагон отходит. По 100 рублей. Пиво сколько стоит? Ого-го, какой рыжий, ребят. Это цифра один. Кто следующий? Я лист. На, держи. Сейчас сделаем этот. Ёж. А где Алиска?
А мы высадили ее. Кстати, не смешно, ребенка. Не, ну здесь она, честно. Андрей, она здесь. Ну что, Лили, нормальная рыбка, нет? За 100. За 100. А та за 100 продала маленькие. Она вылезла какой-то, понял, как пантера. Где она? Я давай, я дав... А что, нельзя, да, вот? А здесь есть какой-нибудь магазин открыт? Ну, есть. А? Киоски есть открытые? А он открыт? Да. Стоим как пять минут. Да-да, мы прям берем. Вон я с чемоданом. Пиво есть? Пиво есть? Полторашки. Полторашка 250. Ух ты, прикольно. Ну, дайте две, ну. Две полторашки. Да. Ну, вот и как раз это, на теперь. Наташа, 250 будет должен идти. Она холодная, нет? Да, конечно. Вот это холодная, это нет. Холоднее нет. Держи. Спасибо. В этот раз у нас стоянка 5 минут всего. А тот раз было больше. А магазин где в другом месте был? Кстати, магазин заметил, убрали. Не-не-не-не, он в другом месте. Нет. А, вот там, да. Без газа? А? Не надо? Так, ну вот. Андрей радуется весь. Какой там станция? Это Туапсе. Туапсе. Давай, Андрей. Это стоит того. Все, приехали. Вот он, поезд наш родной. У меня, правда, в сумке рука. Вернее, в руке сумка. Не могу снимать. А, вы так я себе сделаю. Во. Во. Вот такие дела. Баба ругается, как обычно. Ну, нормально все, как полагается. Ничего, Андрюх, как настроение? И солнышко, да, классно, да, вообще, ништяк. Бабуль, как... Видишь, бабуль, как надо жить, да? Тепло, такая, хорошо. Такая же была, папа. В тот раз нет. Ну, в тот раз приехал. В тот раз было пасмурно, помню. Я другой день. Поехали, солнышко было. А, все. Короче, сейчас приедем и дальше... Вернее, сейчас в автобус сядем, дальше будет съемка. Все. До новых встреч. Вот нас ждет микроавтобус. Аквалоу. Сейчас поедем. Погода солнечная вообще удалась. Саш, как настроение? Хорошо. Отлично. Нет, нет, это наш автобус. Что-то вообще. Это человек, это с нами. Лена Васильевна. Все, товарищи, едем. Детский сад. Дети, куда мы едем? А папа? Вы к аквапарк? Кирюш, куда мы едем, Кирюш? В аквапарк. И что там ты будешь делать? Купаться. И что, еще? На гонках кататься. Ух ты, меня с собой возьмешь? Да. Это Ауди гоночный. Так. Юля, привет. Привет. Куда едешь, скажи, пожалуйста. В Аквалоу на автобусе. В Аквалоу на автобусе? И что вы там будете делать? Играть, считать. Играть и считать. Ух ты. И купаться. Купаться? А ты, Алис, что будешь делать? Веселиться. Веселиться? А мне с собой... Играть в планшеты. Меня с собой возьмете веселиться? Да. Лили, привет. Куда едешь, Лиля? В Аквалоу. И что там будешь делать, Лиля? Считать. Ух ты. Наденька, привет. Отвали. Сама такая.
Привет, Танюха. Привет. Бабуль, привет. Ты прям фотограф. Наташа вся радостно сидит. Зад, специально зад села, чтобы веселиться там одной. Да. Лучше одной. А со мной? Лучше с тобой. Ну все, я тебе в следующий раз билет куплю одной с Танькой. Да. Будешь ехать. Да. Таня будет, про Владивосток рассказывать. Владивосток? Я не знаю Владивосток. Ну, научишься, я тебе скажу, кого научиться. Ну, короче, с главного выходишь и туда, ближе к другому, ну, слева, туда. Первый главный. Ну, он отдельный. Слева, один он, слева, левый. Самый левый. Ну, тогда главным, там же ресепшн. Автобус должен. 1500. Андрей, привет. Андрей, привет. Ты куда едешь? Ты кто такой? Давай до свидания. Что будешь делать, Андрей? Я? Ты что, не знаешь? Пить. Пиво пить. Нет, пиво не пить. А ну, у вас такое там, это, ну, как называется, слабое, животы полные. Легче водку, чачу. Я коньячок лучше. Мы с тобой взяли покрепче, чтобы это. Мы в прошлый раз ездили, там оно вообще... Или самогончик. Там есть магазин, где продают чачу, вино, если там. Коньяки там. На территории, да? Нет, за территорией. Выходишь куда с ворот, направо, налево? И там в сторону, вот, знаете, где наш 8-й корпус? Ну, ты вот, мы сейчас едем по дороге. Ну, выходим, мы до него не доезжаем. А, короче, в сторону Сочи туда идти, да? Да, только по над морем надо идти. А, короче, туда, где пешеходный переход, да? Да. Все. Туда идешь, там магазин один. Там они продают эти, ну и чачу, и... Да, чачи настоящей нету, чачи настоящей. Почему? У них нормальная чача настоящая. Здесь себя делают. Им выгодно, невыгодно, например, левая, понимаешь? Они берут участников, и потом... Блядь, вы что нарядились? Ну, я не умею говорить. Добрый вечер. Не включи его. Ага. Здравствуйте, товарищи отдыхающие. Пожалуйста, к вашему вниманию, с правой стороны у вас будет Черноморское побережье. Туда. Вот там, я вам говорю, можно не купаться, потому что там фекалии. Вот, с левой стороны будет частный сектор. В сезон очень цены дорогие, а вне сезон можно даже договориться. Вот, у нас ведет очень хороший наш водитель. Имя его скажите, пожалуйста, как вас зовут? Его зовут Эдуард. Вот, очень человек такой приятный. Объяснил, где можно купить алкогольную продукцию, так же, как и неалкогольную. Ну, кому как нравится. Может, вот. Я сюда переехать, детям работать. Вот, значит, тут домов знаменитостей нету, так как дома знаменитостей покупают больше в сочинском управлении, там ближе туда, к центру. Здесь обычные живут граждане, которые зарабатывают. Нет, не продажи чаще, а которые зарабатывают сезонно. Все, спасибо за внимание, до свидания. Встретимся дальше. Да не дай бог. Все, давай. Приехали. Почти. Приехали. А будто? Слушай, а ближе к какому парку они нас не могли поселить? Ближе вот этот, 4-й корпус. А он сейчас не заселен. Мам, вот это давай. Он на ремонте. Мам, давай. У нас туда он. До сих пор, что ли? Да, он дальше он туда. И тем более там семья, ну, номера семейные, а здесь вроде нет семейных. Почему и здесь там? Может, по блату? Надо позвонить. Давай сказать, я от Эдуарда, добрый день. На выход. Все, благодарим вас, спасибо большое. Приходите. Андрей, забирай. Ваня, стой. А куда нам идти? А раньше нас туда вообще подвозили. Мама, есть Нет! Что, нравится вам лето, нет? Куда нам идти? Вообще нравится. Почему? Чемодан, я забираю.
Какая погода чудесная, а? Шикарно вообще. Пальмы. Баба Надя улыбается, вся идет, радуется. Волгоград минус 15, здесь плюс 15. Разница 30 градусов, да, бабуль? Вообще. Во-первых, жарко. Жил бы здесь, нет? Или лучше дома? Нет, нет. Бабуля сказала, тут даже никого нет. И зиму, и лето. А, ну чтобы было. Да. Чем сравнить? Было и нет. Правильно. Нас уже ждут. Там даже елка, какие-то аниматоры уже пошли. Таня тоже снимает у нас. Что, Танюх, как, нормально? Да. Это, кстати, с третьего раза самая лучшая погода, скажи. Ага. Мне вот не нравится. Ну, с ребятами было холодно, по-моему, или тепло? А? Они так готовы. Нас ждут. Ура! Мы вас тоже любим! Ура! И собака рада, собака тоже рада. Собака больше... В 12.00 состоится бесплатный аквагрим. Ух ты! Мы ждем вас! Анимационная команда любит вас! Привет, привет! Здорово! Вы нас еще не знаете, мы сейчас вам покажем, кто мы! А также мы напоминаем, что 17.00 Баку... Саша, с Владивостока! Юля, Андрей! 20.30! Вена шоу пати! Собака, привет! Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня тоже зовут Андрей. Ура! Вниз! Так, под ноги, Кирюша, смотри под ноги, ступеньки, ступеньки. Это ресепшн. Так, вот мы в магазине. Кто что хочет, скажите мне. Я хочу покушать. Мы сейчас что купим? Если мы купим, то мы сейчас кушать это не будем, потому что мы сейчас идем обедать. Я хочу. Почему конфет нельзя, пап? Не, конфеты можно, только сейчас кушать нельзя. Я их не буду кушать, пап. Я их возьму на потом. Не надо, мы поехали на отдых, она сколько конфет съел, ты видел, какие у нее зубы? Не, не снимай меня. Вот, пап. Бери. Я буду его есть. Кладите. Окей. Там всех снимать, а на меня не снимать. Нет, нет, я здесь детей, дети. Потому что я смотрю тебя, не, вот не, у меня все такое. Спасибо, до новых встреч. А как можно орать? Это же не конфеты? Можно. А я потом съем это, веселку. Угу. Погнали. Мы сейчас идем в гости к Наталье. Ко мне, в мои апартаменты. Пятизвездочный отель, негр-массажист. О. Дашь Наталье негр-массажист? А то, конечно, дам. Наталья, скажи, поделится. И куда? Сюда. Идем к Наталье. Да, посмотрим. Вот, видишь,
здесь душ. Здесь у нас душ. Кровати. И вид из окна. Глянь, голубь сидит. Значит, Наташа залетит. У нас голубок прилетел, значит, все, она готова. Она готовится, да? К негру? Или к арабу? Ну, как повезет. Как повезет, хочу негра. Ух ты, какая-то интересная. Вот он, мы пришли в гости к... Кому пришли в гости? Лили. Андрей. К Лили, да? Мы пошли к ней, к Лили в гости. И, так сказать, за приезд решили мы немножко выпить. Чуть-чуть пригубить. Катя злая. Недовольная. Ты не пьешь. Ты же не пьешь, сказал. А где Санек? Мы не на улице. Андрей. Ты не пьешь сегодня, Коля? Или пьешь? Да отвалишь ты. Нет, ты сказал, я не пью. Так я не одна, да? Так я не одна, да? А дайте Андрею Владимировичу закусить, а? О, дай допить, Андрей, сейчас, секунду. Я говорю, поэтому... Ни хера себе глоток. Значит, тут не убирали. Папа, мне не помогла. Мы за ничего не убирали. Печенье валяется. Какие печенья? Наши не ешь на тарелке. Так, Саша вот тут помыл, я не буду говорить, что себе. И тоже решил с нами выпить. Хватит жрать тут, а. Ну хватит, прекращайтесь. Я сейчас все уберу. Саша, говори тост. Не хочу пока. Наташа, скажи тост. Ну, продолжение войны. Продолжение. Владивосток. Чтобы не было войны, наверное. Владивосток 2000. Хватит, господи, я на втором этаже сегодня буду. Боюсь дальше сам. Боюсь на воскрес. Кто-то сегодня, кстати, утром сказал, что все пиздец, закодировался, блядь. Кто закодировался? А ты где, тоже набрала? Твоя лимона, да, твой? Да, я детям брала. Сладости? Детям брала, взрослые запили, блин. Соль, ну хватит, потом будете, сейчас в столовую пойдем кушать. Соль. Лили, оставишь немножко запить? Вам не хватит на 3 дня. Вам здесь 3 дня жить, вы сейчас сожрете все, да и все. Там пирожки будут? Нет. Лили, что ты, куда ты хочешь пирожки? А? Лили. До встречи в столовой. Так, вот мы едем, едем хавать. Буду расплачиваться ей. И едем хавать, при том в столовую, которую нам не нравится. Не дави грязь, я не дави, я просто смотрю. Мы попробуем. Нас выдавило, а потом у него пошло такое загноение. Подрезали. Через лицевой. Вообще не трогала. За руки, Андрюша. Вот. Куда идти? Я не знаю. А, вот туда. Вот, короче, мы идем есть. И в новую столовую. Лили хочет есть, но ну, молчит об этом. Лили, хочешь есть? Вот мы зашли в столовую. Здрасте. Попробуем, чем нам будешь почивать. Лили, улыбайся вся. Не улыбайся лучше. Лучше не улыбайся. Ну и все. Бери тарелку и набирай. А я без первого сядь. Да мест полно. Че сядем? Значит, котлетку хочешь, Танюш? Да, хочу гречку. Это что такое? Тефтели какие-то. Тефтели мясные под томатом соус. А где? Нашел. А. Там вот с их мясом. А. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Приятного аппетита. Спасибо. Thank you.
дальше. Спасибо. Ничего не делай. Лен, твои впечатления, Лен, скажи. Шикарно. Судя по еде. Чем еще Лену впустим в трубу? И вообще нам будет кайф. Послушайся. Это та Елена Васильевна наша. Чего это? Я вам по видео. Елена Васильевна, что есть будет? Рыбка. Это я. Покушай, брат. Уже силы истекают, чувствую. Нам дают контейнер. Товарищи, Наташа, не... Наташа, так, нам дают Наташа, закон на контейнер, и я туда накладываю, что хочу. Она приболела. Она уже это все. Я не прошла. А как? Ее не было. Дай, пойди контейнер возьми, Надя. Наташа, пизди курицу. Тебя надо пробить, сказать, что... Пойди пробить, скажи, у меня сестра приболела, можно... Вот иди, скажи, что я... Короче, Наташа пить не хочет, но взяла 4 бутылки, 4 стакана вина. Подожди, еще вот посередине. А еще беленького, да, она взяла? О, Наташа, ну давай. Че? Где нахожусь? Я нахожусь на поминках какого-то председателя. Совхоза. Что это? Общий язык нашла? Давай, что ты сегодня? Что, Наташа, давай, начинай. Отходи. Нам 2-3 сделали с тобой. 2-3. А я говорю, а интересно, если Волгоградова пригласить в ресторан, он нам сделает 2-3? Не, думаю, 2 будет по 30. Не больше. По 300. По 30. Грамм. Чуть не столько еды, столько бухла. Ужас какой, а? Наташа, ну пей хоть. Начинай, Наташа, давай. Слышь, сразу, кто зачем пришел? Кстати, вы, походу, опи только вино пьете. Я говорю, ну, две девушки у вас брали вино. А, они вот тут. Короче, ситуация такая. Наташа плохо, она не хочет уходить. Потому что не допитывать. Наташа хочет тебе сделать калоприемник. Андрей купит. У аптека есть. Ваше здоровье. Давай. Вот. Наташа, давай, пей. Пусть тебе будет плохо. Давай. Первый раз в жизни от вина. Вообще не пьет при чем. Ты так выжал. Пей, блядь. Наташа, вылит все в помойку. Давай, Наташа. Я говорю, ты вообще не видел, почему не такой жалко? Да все были. Все были. Наташа, может тебе стакан попросить? У меня живот болит, у нас пошел с Андреем спать. Наташа, может тебе стакан попросить? Так все, я ухожу. Я пошла пить. Не уходи, Наташа, не уходи, Наташа, останься. Останься, скоро ужин. Все, выходим? Да, нам было пошло. Ну а ты куда, Наташа? Я не знаю, зачем вы набрали. Вы сами просили, я принес, блин. Андреев, пошли. Ну ладно. Двери, ванная, прощай, вино. Вот мы с девочками вышли на море. Андрей, сигареты. Как вам, девочки, погодка? Супер. Очень хорошо. Заебись, пахнет пися. Лиля, твои слова войдут в историю, а ты зря так да сказала. Если пися, заебись. Не бери халяву, даю. Дайте зажигалку. Девочки, смотрите, а чтобы пойти на море, надо пойти вот нет, по этому переходу. Нет, прохладно на улице. Да? Слышали? Лиль, ветер холодный. Лиль, вот по этому я переходу... Я куртку одену, слышь, пойду туда. Вот по этому переходу на море. Пойдем, на море сходим, нет? Надо... Да, сейчас пойдем. Прямо сейчас или когда? Я куртку сейчас, одену. Сейчас, ну детей надо же взять. Надо одеть. Зоя, ну пойдем ночью на маяке постоим. Нет. У нас еще с тобой там не было. Ты хочешь отпидорить на маяке? Ой, блядь, Яковлев. А что ты? Скажи всем, чтобы все знали. Что ты не постесняешься? Завидуй молча, блядь. Ну а что? Да, он будет пидорить меня на маяке. Ну, пускай пидорит, а что ты не помнишь? Ну, вы во всем рассказали надо? Что ты? Ты спросил, я тебе сказал. Нет, вы... Хочешь, Андрей, я тебя тоже отпидорю. Давай я тебе сперва, а потом ты на меня. На маяке, хочешь, я давай, тебя отпидорю? Давай, я тебе сперва, а потом ты меня. Я тебе сперва. Потому что были дожди, понимаешь? Дожди, мы не ходили. Я поэтому и говорю, пока сегодня погода позволяет, надо гулять. На маяк ночью. А вот поезд ходит тут.
Мы сюда приезжали, а где вокзал? Вокзал. Вокзал. Не, вокзал там. Вокзал. Где? Вот где-то. 3 километра. Куть-к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 уть-
Как тебя зовут? Как тебя зовут? Привет. Какой у тебя номер? 221. Ну вот, а мы в какую фигачили ей? Вон 221. Вон 221. А ну стойте, ждите вышла. Меня, сейчас я тут надо пойти. Она с лифта вышла. Так, ну мы собрались в аквапарк. А это второй этаж? Да. Саша Лилик залезал. Ты вот залезал или что ты лизал? Что ты лизал, скажи. Сопли слезал. Пойдемте, будет показывать номер. Пойдемте, пошлите уже. Пойдемте, пожалуйста, Наташкин номер. Пойдемте, Наташкин номер. Пойдем. Все смотрим Наташкин номер. Все смотрим Наташкин номер. Ну-ка. Заходим все. Все заходим. Все смотрим Наташкин номер. Ну-ка, что? Отличный номер. Нормальный номер. А ты давно пошла показывать. Душ, смотри, какой закрывается. Да все, что на меня налетает. Блин, что там? Все, выходим грязными ногами. Вот, вода у Наташки здесь сливается. Видите, вот он. Щель. Это Наташкина щель. Выдержишь меня? Так, ну вот мы. Первый день отдыха. У меня рядом прямо, слышишь? А, все мы идем в аквапарк. Мы не идем в аквапарк. Там, не знаю. Мы на аквапарк идем. Лиля идет, не знает, куда она идет. В принципе, это логично. Все с планом ума, что она не знает, куда она идет. А мы идем в аквапарк. Вот, вот наш, как его называют его, этот, короче, это как называют его, Лили поняла, аквапарк он там за горизонтом. А вы неправильно пошли. За горизонтом! Нам вот там идти через... Надо было вниз идти, вот там через эту тему неправильно пошли. А нам сейчас вот так обходить, вот так вот, блядь. Ну прогуляем. Давай. Хорошо, погода хоть хорошая, хоть можно гулять. В прошлый раз погода намного хуже, кстати, Андрей. Ты помнишь, была? Кстати, вам повезло, кстати, ребят. А вот брат курил, может, вон курилка. Девочки, кто хочет курить, курите сразу. Ты не хочешь, Тань? Привет, Алис. Привет. Что ты мне ругаешь? Что ты спокойно, можно сказать? Thank you.
Маша. Так, ну вот, Санек, весь радостный такой. Наташа, петрушение. Наташа, плохо. Наташа на третий этаж поднялась. Специально. Вот с Андреем когда приходили. Кстати, стулья другие, лавочки были. Стулья другие стали. А там чай, что ли, все равно? Ну, там можно покупать, только за деньги. Не, он бесплатный чай. Не-не-не. Дай. Там за деньги. А ты деньги. Короче, а ты, блядь, место будешь себе купить. Ты пиздец. Короче, у нас... Центральный кладбище, я тебе про него. У нас сейчас как тема договорилась, где будет лежать Саша, где будет лежать Лиля. Мы будем. Лежать вместе. Через много лет. Лиля сказала, будет лежать с мужем. С мужем? Да. Где? Чтобы мы знали. На теще. А ты сказала, чтобы тебе толчить? Вот тут, блядь, сегодня будем лежать. Мы будем лежать толчить бутербродом. Сначала теща, потом зять, кто... Может быть, я. А это? Сверху. Это? Нет, я тогда пропущу ее как сын. А я буду сверху булочкой. Нет, как ты был по дому. Да? А это, подожди. Ты сказал, что толчить тебе надо. Толчить. Слушай, тут вообще, да, очень далеко. Тебе же больно будет. И больно будет. А, да. Вот, 18 января. 18 января, вот тут мы отдыхаем. Андрей с Катькой, Андрей и Сашка ушли. Плюс 15. В Волгограде минус 15. А сегодня мандир. А сегодня ливень. Вот вам и весь праздник. Люблю больших. А вино тут не разбавляет. У. Да. Главное, своего сына. Я, смотрите, шлюпку жду. На сына, блядь, сына, блядь. Спина голая в Андрея. Надя, спина голая у детей. Баба Надя, Танька. Сейчас я пойду. Здесь, Андрей, садись. У нас я затопил. Подожди, здесь сюда. Сейчас мы выйдем. Сучка.
Ведь девчонки специально шепчут. Вот это волнище, офигеть, слушай. Надо туда идти. Вот это у нас тут волнище сейчас будет. Я по линии, а как у нас? Саша почувствовал прибой боли. А теперь он подрабатывает. Видишь, хорошо делает. Сколько платит официант? А тебе бесплатно. Работает за пиво. Не, блядь. За пиво нет. Я тоже. Как, Андрюш, нравится водичка тебе? А эта водичка соленая, она прям с моря. Там с Черного моря моя водичка. Моя любовь. Мне нравится большая ванна, да? Блин, народу в этом году вообще больше. Все года вообще прям пусто было. Никого не было. Даже когда я с Ян-Васили ездил, все пусто было. Ваши пенсионеры, да, Бука? Притом весь год. Андрюш, ты что там спрятался? Моя красавица. Родя. Молодец. Идите побегайте. Вот, подкрыть. Да, иди. Мам, я тоже хочу побегать. Мама, можно обнимашки вот твои? Иди побегай. Сын, иди побегай. Я не хочу. Вот хочу. Побегай. Девочки, поднимаем и прыгаем. И теперь палочка идет. И к лопочке. Плечиками поворотим. И в сторону прыгаем. И в другую сторону пятерки раздаем. На месте. И друг другу пятерки даем. Быстрее, быстрее. Ну что, продолжаем танцевать. И головой в сторону. И шажочки. И поворотики. Хлопок. Хлопок. Хлопок и ручки вверх поднимаем и прыгаем. Чередуем. Хлопочки. Плечики. Поворот. И в одну сторону пятерки раздаем. В другую. На месте. А, Софья, отлично. Давайте все пятерочки. Давай, Софья. Ну что, все помнят танец? Начинаем с поворотиков. Поехали. Хлопок. 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 Ручки вверх поднимаем и прыгаем. Чередуем. Готовы или нет? Молодцы, приготовились, поехали. Все назад. Все шевелились. Итак, два шага назад. Девочки, два шага назад. Два. Итак, приготовились, поехали. Когда она поворачивается, вы должны замирать. Так, на кого показывают пальчиком, кто делает два шага назад. Все, сделали, молодец, отворачивайся.
Так, все, уходим назад, ты будешь иметь хитрое лицо. Понятно смысл игры? Понятен? Точно? Все назад, к той линии, где Никита стоит. На старт, внимание, марш! Я уже вижу, два шага, все назад. Поехали! Она вот так показывает пальцы. Зачем ты ломаешь? Вот так снимаем. А как вас так? Ну, это другие надо. У нас всего три доски. Одну мы забирали, это вторая, вот третья. Смотри на меня. Кирилл, смотри на дядю. Хорошо. Тебя не свергают, ты на свиные пальцы. Спорят еще, ну и все. Характер. А, это мы про мужика, что ли? Я-то знаю, что нам никто не знает. А я же думал, Кирилл характер. Бэтмен, тебе надо руками было не трогать, она бы не попортилась. Да. Ты взял руками все протрогал. Я не трогал. Сейчас зайдем, я тебя подправлю. Деньги потратить. Юля, кого ты заказала себе? А какой вы на пиранью будешь ты? Не туда. Ничего себе. Андрей, следи с Кириллом. Как этот разный я у нас? Я не пошел, потому что... Краски. Ваня, у нас война. А все рисуем? О, Юля, какой пират. Ну, тебя сейчас все боятся. Андрюш, а ты кто у нас? Бэтмен. Бэтмен? Ничего себе. А мне по клафу тут это все, потому что у меня все. Как будто кошка пират. О, ничего себе. Юля, Юль, купи, купи. Такой. Юль, куда пойдем? Это да, за мечом. Сколько он стоит, Юль? 300 такой. На, 300 я возьму. Тут, 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 тут. Юль, давай. Идем, подается. Пап, вот, вот это! Юля, он сколько стоит? 300! Нет, вот 300 стоит. Пап, вот! Вадик, еще с рисунком есть. Ну, открывай, посмотри. А он деревянный тоже? Да. Люля, не хочешь такой тебе купить? Он, нет, я хочу еще Люль, он может сломаться. Нет, он не сломается. Я буду сломаться. Охотники, пап, иди уже. Люля. Охотники, все ты разрубай. Нет, это не шапка.
все посадил, значит, машину. Мам, Андрей, заберем просто так. Ваня, куда садись? Пойдем, вам. Бабы Надя с Танькой. Братца, Ваня рванул, как стоят, их стоит. Стоянка, Наташа, как мы слышим? Быстрее, быстрее! О, блядь, блядь! Так, Кать, переваливай. Видел, какая волна была? Видел, по пункту стоит, и вот слишком. Теплая водичка. Пойдем, Андрюша, хлопья выбирать. Пойдем, с другой стороны пойдем. Андрей, вот, Андрей, дайте хлопья. Пойдем. Ты будешь хлопья с молоком, Андрюш? Пойдем, Настя. Все, хватит. Хватит. Молоко. Я сам. Пойдем, мам, искать деньги здесь. Thank you.
заключительный день нашего отдыха. Да, что, Андрей, больше никто не салует. А мы там лучше туда стоим. Сейчас будем есть варенье. А ты что ж сметану не положила варенье? Алла Марина, Алла принесла.